Отважный Макс пришел покорять ЛК-10 опыта. Пиратки. На пиратке. Просто подальше допустим. Стой, чтобы было время у тебя среагировать, и у него, и ты не будешь падать. Неужели а то ты как Фулгиркин, ППГ пошел, блядь, конус холода нахуй, и поебалу получили, блядь. Отходиться, когда... А, нет, не может давать, он как раз нормально пульнет. Конус холода покинуть тело. Вроде история про варов и вертушку. Ну, ротация, да, блядь, у Гиркина, блядь. У всех классов веселая есть ротация. Старфол, гроза, покинут тело там. Разное. Один вар, блядь, тебя Грони рвет, не как надо. Я чё-то даже не рву агро, блядь, странно, нахуй. Да походу на тебя надо вешать бездилку, блядь, ты больше агро генерируешь. Не, ну с его шмотом на маме надо, да. Такой шмот, что пиздец. Давай, Гера. Какая забираю? Забираю. Готовить еще шума должно быть. Шума, шум. Блять! Я убежал. Глыба нахуй. Ложимся в пизду. Честно убежал. Ладно, в пизду, короче. Я. Ну вот, не орите на меня там, маг не дамажит. Я вон, блять, инвиз буду прожимать, короче, и стоять у нас у кого-то. Да, а чё орать, мы же видим, что тебя отбивает линч, потому что тупо срываешь агро чё-то. Нету, ну, тут просто, нету тут БДК на танке. Я тебе сальву дал. Да нет, на пулы просто нету. Вар тоже нормально, конечно. На пулы, да. Вар, алло, блять, ты тут? Нет, пал, ну типа, блядь, масс-таунт прожал, блядь. Дигдымич. Чего? Да, а чё там, слушай, ты сказал, ложись? Ты лича нахуй забрал. Ты и он потом уже забирает лича, а таунтом нахуй я этот, блядь, в маг потом приагривается, блядь. Я нажал таунт на урдалака, который на мелике висел, но это был не... Они побежали два урдалака, а лич его убил уже потом. Там мобы эти мелкие. На меня, но он же вроде не дернулся даже, Вак, я гонил. Я еще даже за ним... Хорошо, тогда почему он мага убил, если он дернул? Ну, после таунта, походу, второй таунта уже не было, блядь. Я не знаю почему. А, на трубой себе висел. А чё ты пишешь? У тебя чё, в Дискорде микрофона нет или чё? Делюкс. Ты чё, безголосый, что ли? Алло, подключай микрофон. Ну так включай. Фурик есть у тебя? Да. У него армс. Армс? Еще армс. Или фурик у тебя? Есть ДД? Армс, армс. 1064, насколько я помню, он писал мне. Ну пускай спекает. ДД? Давай в ДД, войд, давай в танк. Зря мы даем Геру с пула, блядь. Не, нормально. Нормально. Чего он сейчас нахуй на рыбу разопрится, я так понял, блядь. Геры не будет 3 минуты. 2 минуты. Ну так жрите рыбу 2 минуты, блядь. А, это простая рыба, блядь, ёпта. Пол рыбов раздали. Каски поварам есть, есть, хорошо. Лапа есть, кинта есть. А чего-то нету, блядь. А ну-ка поставь тотемы. Слип. Там как раз минута запуска. Минуте запуск. Каски. Каски по плюс там нет.
Что, ждем нахуй, пока откатит, да? Я где-то на минуте запущу. Да вот, запускаю уже, блядь. Не, рано. Еще 10 секунд. Ну что, Армсик должен хуярить. Правда, он теперь агро будет рвать, да? Шмот-то переодень. Он-то переодел? Он в диссе вообще. Че он переодел? Он с щитом стоит. А, это не он, блядь. Это где мы сейчас... Не, он переодел. У него вон воля. Там... Да не, я на тебя смотрел. Все, запустил. О, трини, которых у тебя нету, мастер. Сука, иди на. Должен тебя перед ДПСить просто. Бар, слышь, если Сальва нужна, проси, тут трипала есть. Я первую могу дать. Шедер вторую. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслужил. Ну смотри сам. Что надо говори. Если что, скажу. Блять, вот ДКшника у нас нету, сука. Тут бы ВДК вместо Варги. Да. Агро хуй бы хасарвал. Ну хоть эти раны апаются, блядь. И 4 физухи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты... Стопаем пока. Стоим. Пуляем. Геру. Паркали, полезай в зоне. Чума, делюк. Я сальва магу ушла. Пытаемся, что шмап будет. Чума. Наркош выноси. Диск угу. Все, убегай. Тут не забегай, шарту еще на подмог. Нет, ваншот будет. Забирай мелких лимон. Вроде под Гера, я так долго переводим. Чума на мастере. Ревностный. Даю БЗ. Скоро вторая фаза заготовимся. Один этап. Давайте быстрее дошикать. Убежали все. Прохил протопало. Гневный сейчас будет из делюкса, забираем. Сенсунг на тебе сфера. На ком луч? Желательно не стойте там, где много народу. Дайте меньше килам, блядь, против. Второго двух обмен. Чувство в этом башке. Ой, лол. Что такое? Второго гневного обмен. Эй, переход 5 секунд, чумать. О, наконец, 20 атаков, как мы с ним забудем. Готовьтесь приходить. Перед гневным не бегите, блядь. Перешли мы. Гневного добили. Жопа лечу. Вальку сразу.
Бурстим на. Да, стан вальт. Ой, че, я не того забрал. Ты бомж. Осквернение скоро. Да, я тройной кинул. Разбежали. Разбежали. Там попал хуже. Не прыгай в ней. Да. Лучше не прыгайте, да. Лучше, если разливаете под вами, просто бегите без прыжков, потому что каждое касание ее увеличит. Давай, кстати, в квадрате. В квадрате встали все, бегом. Сова. Сейчас вайпкой сразу склинение будет. Мой стан. Склинение выносит направо к порталу. Капли готовь на меня, Лима. Капли уже отдавал. Спасибо, могу сюда. Шреддер каплю новой, да? Ого, кто там стоит? Турбойс, а что ты там делал? Быстрее, если... О, классно. Кто так нахуй в ложе стоял, блядь? Кто нас? Сквернение на мне. В смысле, Шансонг, я бежал, да. Блядь, первее всех. Шансон. Не а в кто? Меня кидал, сквернение. Ну, в хз-вку смотрю. Холипал. Смотри, в кого сквернение кинул. На ком, на ком была лужа? Холипал. Видите, белый. Я вижу, вот наркоши, сквернение на мне 001, только что. Холипал не вынес, короче, молодец. Холипал, осквернение надо выносить. Первую вынес, вторую тоже надо выносить. Второе на тебе было. Турбойс, к тебе вопрос тоже, что ты там сзади делал? Осквернение, потому что ты, блин, показывал. Осквернение, да, потом вальк. Странно. Нет? Нет, сначала кинул вальк, а потом... Сначала вальк, потом осквернение. То есть, ну, твой косяк в том, что должен был сейчас стоять в квадратике. Не стоит. Косяк не в том, косяк в том, что маги могут спасаться, но у них нужен символ. Короче, блядь, расходитесь полукружком нахуй, чтоб холипал, блядь, не вайпал рейд, блядь, и разобьете вальку спокойно. Видишь, холипал, короче, осквернение нужно выносить. Я сказал, осквернение вносит направо в квартал. Да ему похуй, как увидел осквернение на мне. Как он его увидит, обитал? Во-первых? Ему надо объяснить, как его увидеть. Лича, блядь, запомнить, ну, вот, цель. Ну вот, пишет, осквернение на мне, над башкой у тебя белая надпись, блядь. Не видит нихуя, блядь. Да ладно, и... чувак, первый раз на личи, блядь. Это если есть ДБМ, только пишет. Правильно. Нет. Надо иметь ДБМ. Нет, а так, только ДБМ пишет, когда на тебе осквернение. Осквернение на мне. Так ты чужой ДБМ тоже видишь. Если ДБМ РЛ пишет, он расставляет на игрока метку и пишет осквернение на мне, над этим чуваком. У тебя над твоим персонажем, ты неужели не видишь белую надпись? Осквернение на мне. Еще можешь лечать, запомнить таргет. Он на долю секунды с танка меняет таргет на того, на кого кидает осквернение. Очень просто запомнить. Перед боем кидаете, запомнить цель куда-нибудь в край экрана и смотрите, на кого он кидает осквернение. Изи. Из осквернения просто выбегаем, не прыгаем, блядь. Я смотрю, осквернение пиздец как быстро разрастается. Я ебал, короче. Давай шансон в ДЦ, блядь. Эту хуйню все, блядь. Да почему? Чё, тебя не захиливают? Потому что, да. Ещё этот паладин, блядь, дрочит. И за мной смотри. Щиты и за мной исповедь, хуй исповедь, всю эту парашу. Давай чекай, мастер. Надо убивать я уже. У меня сигареты так кончились. Надо в магаз сходить, попить что-нибудь взять. Шансун, отопьешь ты ману еще минуту до пола, я пуляю. Окей. Вообще кит лучше повесил. Че, чувак, да это, лапа есть, что-то не хватает. Все. Моих тотемов. Да, скорее всего. Я ж бутошный тот, кто ставлю. Вот, аура совуха. Все, все нормально. Чуть дробяшку отсюда. Балуба. Нихуй убьем, да, блядь. На сферах, чулан. Ты шо ты? Или турбойс. Ну чё, маг не сорвал игру, я смотрю, да? Так он нас кашел, ждал пока. Сорвал, да. Сорвал. Он сорвал, так он в лэбу успел войти. Стоим, ждем, блядь. Наберет игру. До шаркарей не бьем, ой, до вардулаков.
Все, бьем. Гера. Коря, готовься, забираем, забираем. Чума, Шредер. Диспел. Блядь, чё я не сомневался, что он будет, сука, с печатью бить, блядь, повиновение, нахуй. Шредер, включи печать другую. Печать порчи. Сейчас чума будет. Чума, чувам. Лапасов сверстич. Готовимся с чума, что будет. Делюкс. Мелких забирай, Лимон. Да, Денис, все сразу. Чума, 80 секунд. Алло, блядь, убежал, трэш, чумой, наркоша, вынеси срочно. А, неверслип, вынеси, неверслип, ты где, диспел, блядь? Диспел, блядь. Ложимся. Пиздец, убежал, блядь, мок с чумой, нахуй, вынесли. У тебя есть чума. Есть чума, вынеси. Ложимся, Невер умер, блядь. Ты крест идти его, блядь. По толку он упал, блядь. Чтобы он жив, блядь. Полипал, сказал тебе, чему сразу вынести, надо было просто сместиться налево там, пиздец. Но ты не вынес, ты поздно вынес. Это, конечно, и мой косяк, что к тебе убежал трешак, но я собирал, нажал так, потом тройной так, но все равно к тебе убежал. Умер, короче, с чумой около тебя, тебе нужно было просто побежать ко мне, сделать три шага влево, я бы диспелил, все было бы нормально. Ты стоял, блядь, 4 секунды в рейде. То, что ты вынес, это хуйня. Сразу не вынес. Смотри свои дебафы там. Они могут два раза... Видишь, бывают нестандартные ситуации в рейде. Нужно играть по ситуации. Фишки трэш прибежал. А ты еще чума на вас еще аддон твой должен писать, если ДБМ есть у тебя. Ставь себе, активируй его. Пиздец, спать хочу уже. Я тоже увидел, что на нем, поэтому сразу сказал, чтобы он ко мне подошел. Он стоял 4 секунды в рейде, я диспелил. 3 секунды подождал и... Ой, мы даже до третьей фазы не доходим, ну, нормально. Ну а что, видишь, лужи в рейде, чума тоже, как обычно. Ничего нового. Чего тут, сука, сложного, не могу понять. Да пускай хулипал, вздыхаем, блядь, дыхите вдвоем, нахуй. Пиздец. Так она из рейда не уйдет, вот в чем проблема. Полифалка сдохнет, а чума перекинется на соседнего. Поднимите Вейда. Я отдал ему рез. Потом уже, когда я диспелил с Пала, она на Невера перекинула. Ну что, ты Вейд не с танковской пушкой танчишь, да? Жрём рыбу, блядь, пробафаемся быстрее. Да шею надо, блядь. Пускай, мастер. Краску МП5 по пристам.
Крест подписан. Крест, шаман. Крест шаману, давай. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Иди хорошенько, он, говорит, пол хп мне сносит. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь... Там жнец, нахуй, на второй фазе, вот это обидно, нахуй. Короче, Шреддер, наркош, если что, возложение держите для Войда. На всякий случай. Если видишь, не стоит. Конечно, что сносит. Сколько, блядь, камней у мастерства стоит, они встанут, блядь. И в меткости. Да будет так! Герои в атаку! Я тебя... Время на агронах. Трубой, что ты сразу вливаешься на. Бьем. Гера пошла. Чума. Шансун. Чума. Шансун. Готовится чума. Чума на коша. Пау, гноси, бегом ко мне, паладин. Не спал. Блять, невери. Не спальте по рейду. Конденсатор чумы, 11 уже, блять. 12, ну. 13. Залюкс, чума. Диспель. Убегай без меня. Скоро вторая фаза, готовимся. 3% еще здесь. Еще один шаркающий? Да ладно. Бежали все назад. Ух, 3 хила, это бред, нахуй. Сова, сова на аспе. Второй гневный. Слились во второго. Шредер, диспель сало, бля, с танка после этого. Сферы. Второго гневного играем. Первого убили, пошли переходка. Сферу добили. Гневного играем. Валька пошла.
хилить, ёбаный. Каплю, каплю дал, Лойзер. Каплю дал. Не, 5 секунд. Вот наркоша, блядь. Идите духа хуярьте. Идите от лича, блядь, пизду, блядь, сука. С духом он чё, так и будет бегать до конца боя? На него время под лича, может под лича в квадрат бегомства. Осквернение выносим направо, к порталу. Валькистан. Алтан осквернение. На ком, блядь? На наркоша. Выходим. Наркоша, блядь, чё ты стоишь, сука? Пьём Вальк. Сука, блядь, лужные люди. Наркоша, видел баф на себе? Дебаф. Осквернение нам... Надо выйти с рейда с этой хуйни. И быстро, а не за 2 минуты решение принимать. Да, гнев, бейте, Валь. Сейчас в центр бегом. Оскорнение на. Сначала лужа. Да. Лужа, да, потом отбежали в центр. На ком лужа, блядь? Другой. Налево-право разошли. Отойди, лужный другой. Человек, блядь. Шредер. Шредер. Ушли от него. По луже не бегаем, отлично. Давайте, валькиры, быстрее в квадрат все встали. В квадрат, в квадрат. Что ты турбой сделаешь там, нахуй? Там Шредер. Ой, блядь, бегает, блядь. Ой, ему тупо сейчас шевает, не схватит. Лужа оббегал, мог бы пробежать между ним. Бьем валькиру. Танк хиль. Так, отверни, осторожно, добиваем, набираем рейндж, блядь. В центре не стоим, нахуй, поняли? Лужа нам наркоша, уходим от него, он ненадежный, блядь. Хиль танка давай. Лича морды к луже, встали в квадрат. Квадратик нормально тут пойдет. Гиры 5 минут, сейчас валька, сейчас валька, потом будет осквернение. Бьем вальку, перед мордой вальки не бежим, будет осквернение. Валька, дал стан, бьем сбоку, смотрим куда летит, куда эта шалава летит. Все летит, о, на мне, отлично. Все, бейте вальку. Уйдите, служи, сова. Все, бьем лича. Шредер, войду капли, бегом. Тебе БЗ. Нормально, это не надо, там зуб. Да, нормально. Не откатилось только что. Руки, капли есть. Че там ставим? Да нормально, сейчас осквернение 10 секунд. Осквернение 6 секунд. 5 секунд. Набираем рейндж. Набираем рейндж. Разошлись. Да, помню там. Далеко не разбираем. Наркош, тебе везет, братан. Уходим от. Встаем в квадрат, где там на мне метка, на меня валька схватила, алло, Шредер, стан, бегом. Стан, молот правосудие. Летит гнев небес, Шредер. Или любой пауэр, отлично, это ударная волна. Все, бьем, лечаем. Паладин, наркош, на третьей фазе мы отбегаем а на край, точно так же, как на второй, не забудь. Сдох в центре, набрали рейндж. Рейндж набрали, рассосались от лича. После заражения будет осквернение на чулане. Лича в центр, встаем туда, куда-нибудь встаем, короче. Вот, да, сзади. В сову встаем, да. Валькири, дам стан, она полетит, потом будет осквернение. Перед мордой валькиры не разливать. Меня схватили. Готовьтесь осквернение через 6 секунд, разошлись по сторонам. Из-под морды вальки ушли. Знаком, ну, давай. Наверху. Хорошо. Разбили вальку. И на сторону лича, переводим лича. Крестик идем, все. Бьем лича, переводим. 43%. Войду, отдал каплю. Хуярим лича. Вам нормально не стрелишь, вы нормально не убьете. Двигаем сейчас. Центр быстрее, блядь. Нормально, не очко. Бейте быстрее. Стандарт. Что не будет. Все, ушли на сторону. Отходим. На лед монстра. На перед мордой духов не стоим. Духов заливаем. Побежали на сторону. Дин на хп, да, и шансон. На ману дали. На ману. Нет, дух. Где он на войде? Ну давайте так. Со сферками уходим с рейда. Шансунг на сферах. Не шансунг, а этот. Чулан. Чулан, окей. Бьем дух. На мне еще.
Диспель Шреддер, сало, блядь. А, ясно, он не знает, что это такое. Про очищение не слышу. Классы диспелла, но не диспелит. В рейд дихнул, диспелит? Блядь. Я диспелю, вот, смотри. Опа, я диспелил со Шреддера. Вид души, называется Сфера очищения. Сферы. Бейте сферу, да, в щите, алло. Меня не диспелит. Это делюксы, блядь. Дневный. Сфера пошла, она. Сфера, давай. Добиваем дух. Духа бегом добиваем. Добежали. Блядь. Сферы добили, сферы добили. Гневного добили. Быстрее. Шреддер, так, Джату, захильте Шреддер. Шреддер, нужно... Шреддер, вспомни, тебя кинет, там будет вражеский моб и дружеский. Я знаю, я... Да. Добежали. Ну, все, знаешь, тихо. Так. Не забудь карту бить. Сейчас сохранение будет, по сторонам разливайте. 5 секунд сохранения, блять, быстрее. Нормально, вышел. Сюда ключи подтягивай. Лужит. Кто духов ловит? Лимон. Я ловлю, конечно, кто же еще? Так, отдал вам. Чулан, за спину стань. За спину босса стань. Гера есть. Гера хотелось, да. После духов, когда перебежите, можно дать еще Гера. Раз. Да, да, переведем, да, да, да. После оскорнение, оскорнение по стороне оставили. Да бегайте слева от лича. Двигаемся, вот, двигаемся. Для того, чтобы под ним не за... Милики тоже передвигаете, вы держитесь чуть в стороне. На нем жнец. Вот Войду руки успел отдать вовремя. Хильте хилы, блядь, не дрочите там. Жатва душ скоро, захиливайте комнату. ЧВ отдал даже, охуеть. Наверслип захиливайте. Два хила, вы вдвоем. Геру бы... Не, сейчас не давай просто. Оскорнения разошлись. Оскорнения разошлись. Где, блядь, оскорнения? Переведи, блядь. Переводи, босс. Ну, бабну, не было оскорнений. Идите, Геру, давай. Духов. Уходите, с духов. Бойду дал каплю. Геру, давай. Я в комнате говорю. А, в комнате? Ну, перепуху. Хилька сбивать. Маны нету. Шапа, Шансунгу, ману. Чулан, за ману. Войт, у меня больше нет для тебя дефов. У меня пусть, тоже нет. Пусть кто-то дает каплю, либо Холи Пауз мёрт, БЗ дает каплю. Шреддер. Я могу только ретаунить. Ретаунти, 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 ретаунти быстрей. Давай, сука, у меня хиль, у меня есть ревностный. Давай, всё, иди забираю. Духа в половину. Не, забрал нормально, нормально. Всё. Вышел с комнаты. Блять, он умер в комнате. Вставай, вставай, можешь встать? ПР тогда, ПР. ПР давай по нему. Бейте быстрее лича, блядь. На мне же нет. Прохил, прохил, прохил. Так, духов взорвал. Давайте хит, сами хит. Дальше. Осквернение, ой-ой-ой, это где? Чё там, 15%? Забирай лича быстрее. Вой, вой, забирай лича. Пал, забирай быстрее. Нормально. Меня хиль. Меня хиль. Геру, добивайте. Только добивайте. 3-2%. Ну, добивайте. Только не уроните меня. 1%. Бойс, подойди поближе. Дам тебе дела. Да похер на него. Тот... Почему ты в комнате сдох? Че в центр заноси, я скорее не знаю, я умер не в комнате, я появился. Снимай диван, бой, снимай диван, лупи лича, братан. А, я думаю, что я умер в комнате, блядь. Вот мне не терпится, блин, мага одеть, конечно, потягаться с тобой, но, блин, я не готов кто-то донатить. Ну его нист. А, вот там непонятно, от чего он умер. От падения, что ли? Да хз. Может своего не захилил или что-нибудь. Ну, смотри, вот вторая лич 10 оп. В каком шмоте мы закрыли в первый раз? 245-м от лича сраного, да? 256-й сейчас. Интересно, против... меня с комнаты прикинет или нет? Ну чё, Варта? Кто долбоёб теперь, блядь? С меня маг не срывает 277-й. А с тебя срывает. А чё, он сказал тебе, что долбоёб? Ну да. Да? Ну, а почему? Не знаю, блядь.
Да ладно, чё вы на пацана напали? Нормально. Минус 2% меткости. 19 промахов за бой. Ребята, да, маг? Или у кого? У Вара. Ты про Вара говоришь? Нет, нет, я про себя говорю. Чё, погодь. Опа! Чё, Лича убил, что ли? Не-не, он что, типа, открывает портал и съёбывается, говорит, до свидания. Я просто не видел такого еще. Так, Войт, на тебе. Блядь, я это понял. Ну чё, у тебя три шара промах, да, у тебя? Что там, глыба, тоже 4. Ну да, есть немножко промахов. Налёг. Бля, я думал, у меня уже не рисёт. А подождите, а за Лича 400 ИП, да? Там смотри, говорили, там 300 ЕП, все с профом, и еще, Войт, если я не прав, поправь, 400 ЕП за Лича, то есть если рейд убивать Лича, всего 700, всего 700, так, да, за целка. Вопрос, кому надо эти пухи? Мне ничего не надо, дробящий. Этому, Неверу надо кинжал. Я даю кинжал. Все, ребят, всем спасибо, отдыхайте, на сегодня хватит. Что-то напряжённо, можно в хэмике, блядь. Я думал, получше все это будет, побыстрее. О, стой, не распускай рейд, Дык-Дымыч, у тебя... у тебя зеломан, блядь. Чучлан дагер забрал, если чё. Пошли, зайдём 10 геро, поставь сложность сейчас. Ну пойдём. Только мне ливануть надо. Тебя-то не пустят, тебя Зул'джин не убьют. Ладно, я не пойду. А чё ты, Войд 100% пустит, меня ж пускает. Что? Мы уже проверяли. Зул'джином? Уже было. Зул'джин. Да, я жил. Ну, нужен Зул'джин, то есть. Меня Зул'джин убит, рука 10. Если Зул'джин, лич 10 убит, тебя 10 герб.